Парк Победы. Красота, лето. Правда, еще конец мая, но на улице уже лето. Тепло, солнышко светит. Птички поют, белочки бегают. Народу мало. Народ уехал в сады, огороды. А в парке хорошо. Можно погулять. Все зеленое, все только расцветает. Даже ветра нет, очень классная погода. Идем смотреть на реку Белую. Там собачка гуляет. Да, сюда заезжай. Там бассейн, нефтяник. Стадион «Нефтяник». Сейчас идет футбол. Кричат, поэтому там слышно. Велосипедисты катаются. Кто-то тут ходит, гулька. Догоним, догоним гульку. Еще одна. Цветочки не рвёт. Кто тут ходит? Какая-то лялька. Ой, собачка. Этот товарищ все время здесь гуляет. С ушком чипированный. У меня только конфетка с собой. Привет. Ой, какие птигушки. Как у тебя дела? Где собачка? Да, собачка, да, гага. Только нельзя гага трогать. Ой, поживаешь, друг. Красавица. Подводная лодка. Установили в честь утонувшей подводной лодки Курск. Моряки Башкортостана, погибшие в мирное время при исполнении воинского долга, которые были на той подводной лодке.
Это памятник женщине, ждущей моряков. Можно остановить на паузу и почитать. У нас река белая. Вот еще посмотрим эту стелу сейчас. Какая она с корабликом. Приблизим. Народ отдыхает. Это тоже жарко. Солнышко пригрело. Там песок добывают. Там заводы. Перерабатывающие. Идем дальше. А, там у нас лестницу красивую сделали. Девочка. Привет. Степа с Артуром сегодня? Да. Но они не тут играют. Иди сюда. Иди ко мне. С нами Бог и Андреевский флаг. Написано. Туда проходим. Там если прямо идти, там бассейн. О, опять собачка. Та же самая гуляет. Она тут живет уже который год. У нее тут, наверное, дом. Ловушка. Вот здесь классно. Там вниз спуститься можно к речке. Лестница большая. Вот слыхать со стадиона. Идет к речке. Завтра в 2:30 раньше кончится. Это будет ступеньки? Да. Там есть прям нормально. А, тогда не кипит. Можно, наверное, идти рядышком здесь. Ага. Привет, собаки. Вот тут ты, да? Ты что, катаешься с горки, что ли, на попе? Ну и давай, скатывайся дальше. Чешется, да, все. Побежала. Прыг, прыг, прыг по травке. И вниз. Опа.
Сейчас она людям дорогу покажет. Она же тут все знает. Побежала. А мы идем дальше. Ну, какие болельщики там прям. Мои тоже там болеют за футбольный клуб Уфа. Интересно, с каким счетом победят, не победят. Футболисты. Болельщики. КамАЗ сегодня играет с нашими. Или не на нами едет. И снова лес. А вот тут дерево, интересно, прям посреди дороги. Ну ладно, на этом пока все.